Каменщик. А, ты как раз вовремя. Лучше места не найти. Где вода источника? Вот и обещанная. Прекрасно. Сила источника напитает магией краску, которой я наношу защитные руны. И руны не защитят тебя, если ты вздумаешь нас обмануть. Чудесная смесь. Стой! Что ты делаешь? Связываю магией Хук свой дух и эти заклинания. Так чары будут сильнее. Магией Хук? Ты узнала не у йотунов? У них есть подобие магии Хук, но эти чары я изобрел сам. Все уже почти готово. Можешь принести мне несколько горшочков краски? Ну, сколько донесешь? Аккуратнее с горшком, он хрупкий. Полегче. Помни, просто ставь их, а не роняй. Осторожней. Краску можно заменить, но придется все готовить заново. Очень хорошо, как раз куда нужно. И что теперь? Может, отойдешь в сторонку, вон на тот камень. Оттуда будет лучше видно. Вот, годится? Очень даже. Так, так, и готово. Красиво, правда? Твои руны сотворили этот щит. Именно. Если все получится, он защитит твоих друзей и поджарит врагов. Покажи. Охотно. Найди в лесу пару чужаков и проверь щит на них. Только живых. Они должны быть живы. А мне этот щит не причинит вреда? Клянусь тебе в том, Хави. Сюда, вонючие твари! Прячетесь там, как трусы! Неужто я внушаю вам такой ужас, жалкие крысы? Точно мухи на мед. Эй вы, безродные псы! Вас же целая стая. Неужели вы боитесь? Глупцы бегут навстречу гибели. Каменщик, а это твой щит должен так мерцать? Щит пока еще слаб. Твой щит ослаб, каменщик! Они прорываются!
Почти готово. Красиво, правда? Твои руны сотворили этот щит. Именно. Если все получится, он защитит твоих друзей и поджарит врагов. Покажи. Охотно. Найди в лесу пару чужаков и проверь щит на них. Только живых. Они должны быть живы. А мне этот щит не причинит вреда? Клянусь тебе в том, Хави. Раздразни их и замани ближе. Сюда, вонючие твари! Прячетесь там, как трусы! Неужто я внушаю вам такой ужас, жалкие крысы? Отлично! Веди их ближе! Да! Вот так! Гляди-ка! Точно мухи на мед! Эй вы, безродные псы! Вас же целая стая. Неужели вы боитесь? Глупцы бегут навстречу гибели. Каменщик, а это твой щит должен так мерцать? Щит пока еще слаб. Твой щит ослаб, каменщик. Они прорываются. Удержи их, я восстановлю щит. Теперь-то что? Вот щит рухнул! Нет, вовсе нет! Просто надо кое-что подправить! Твой щит создает войско, но оно так же слабо, по твоему слову. Во имя Одина! Ты обещал совсем другое! Сразу отдать тебя Локи. Исправь все немедленно. Я не могу терпеть быстрее. Почти получилось. Что ж, все прошло не так. Но все оправдано, если труд приносит плоды. Эти плоды не так сладки, как ты обещал. Щит устоял. Он прекрасно сработал. Неплохо, да. Эффектно, но ненадежно. Не бойся, друг мой. Теперь все будет как надо. Я нашел правильный состав. Если хватит камня и найдется награда... Я построю такую башню, что она защитит весь Асгард. Камень мы найдем, его хватит. А что за награду ты просишь? О, просто пустяк. Я хочу лишь получить в жены владычицу Фрейю. Да, вовсе не случай привел тебя сюда. Ты давно возжаждал получить Фрейю, так? Объяви я о своем желании сразу, вы бы вышвырнули меня вон, не колеблясь. Но мои чары крепки, а просьба честна. Отдай мне Фрейю в жены, и я дам тебе средства защитить твой народ. Фрейя не вещь, чтобы отдать ее, как мешок зерна. Я спрошу, чего хочет она. Как знаешь, но я не уступлю. Щит в обмен на Фрейю. Других желаний у меня нет. Как нет и других друзей, так что не заносись.